Девочки, еще раз извиняюсь, пришлось снимать аж третью часть, потому что что-то у меня еще есть камера теперь в телефоне, она почему-то выключается, говорит, что она перегревается. Уж не знаю, с чем это связано, может быть, с московской жарой. Так, здесь у меня вот такие же высечки еще Sweet Baby Girl. Я некоторые у меня продублированы, потому что я думала, откуда получу быстрее. В итоге обе посылки пришли, пока мы были на отдыхе, поэтому ни одну, ни вторую я забрать не смогла. В итоге получилось так, что получила я их одновременно. Так, вот еще тоже с этим милым слоником. Здесь еще набор высечек Sweet Baby Boy. Вот он такой же. И тоже высечки с маленькими слониками. И здесь же я еще взяла попробовать вот такой вот набор бумажных высечек. Они, видите, частично вылетают. Это Sweet Baby Boy. Здесь вот такие тежики, какие-то бабочки, стрелочки. Но тоже при декоре альбомов, мне кажется, может пригодиться. Это не обязательно к этой коллекции. Можно просто использовать в детских альбомах такие вот. Интересно было, что же это такое, но они достаточно тоненькие. Я думала, что это что-то типа чипборда будет, оказалось, что нет. Вот, до цветного такого чипборда фабрика декора еще не дошла, но я думаю, что тоже к этому придет, так же, как их скраб мир. И это вот коллекция для девочки. И также здесь еще у меня тоже два набора бумажки, маленький, большой, с маленькой розовой слонихой. Вот, ну, раз уж, чтобы не получилось, что это видео у нас совсем короткое, давайте посмотрим вот эти вот карточки, которые здесь. Так, вот они на русском, на английском. Здесь вот такие тежики с обратной стороны тоже. Ну и здесь вот тоже классные носики-курносики, чьи-то пальчики. И здесь вот место для записи. И вот такие вот, тоже на английском. Вот такие вот здесь тежики в комплекте, в большом наборе. Так, в большом наборе, кстати, 10 листов тоже двусторонних. Вот такие вот. Это были все мои заказики. Еще раз извиняюсь за то, что видео получилось такими кусками. Надеюсь, что в ближайшее время смогу починить ноутбук и уже снова монтировать видео. Но пока вот только так. Я, честно говоря, ждала целую неделю. Думала, что смогу вам отредактировать и снять. Но поняла, что уже давно видео не выходили и надо что-то снимать. Поэтому вот сейчас снимаю вот так вот. В ближайшее время исправлюсь. Так что простите меня, пожалуйста. Я рада к вам была вернуться. Всем большое спасибо за просмотр этого видео в трех частях. Надеюсь, вы посмотрите все три части. Всем большое спасибо. Всем пока-пока. Ваша Татьяна.